Яркие и тающие во рту макароны можно приготовить к чаю, кофе, на десерт, праздничный ужин и даже в подарок. А теперь вы можете приготовить французские макароны самостоятельно, просто посмотрев рецепт. Макароны довольно популярны как во Франции, так и в Италии, и у нас их уже делают повсеместно. По сути, они напоминают безе, но только с добавлением миндальной муки. Это самая главная составляющая часть макарон. Чтобы приготовить правильные макароны, строго соблюдайте рецептуру, температуру выпечки и приготовление сиропа. Их можно сделать белыми, без добавления в сироп красителей, но с ними, как мне кажется, гораздо веселее. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Самое главное, это точность, никаких на глаз, это не тот рецепт. Добавьте в миндальную муку сахарную пудру, ее тоже лучше просеять, размешайте смесь венчиком или миксером, а потом тоже еще раз просейте. Отделите белки от желтков. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Смешайте 150 граммов сахара и 50 граммов воды. Подготовьте кондитерский мешок заранее, а также пергамент и трафареты под макароны, их диаметр должен быть 3-4 сантиметра. Ингредиенты подготовили, можно приступать к готовке. Держите под рукой первые 50 граммов белка и миксер, а тем временем, поставьте сироп, добавив краситель, на огонь, варите до достижения 95 градусов, без термометра тут никуда. Вот такие они должны получиться уже с сиропом, далее смесь надо остудить до 45 градусов. В остывшие белки, взбитые с сиропом, добавьте остальные 50 граммов белков, а также муку с сахарной пудрой. Наполните кондитерский мешок полученной массой, заполните ранее подготовленный трафарет. Дайте макаронам постоять минут 20-30, а пока разогрейте духовку до 140 градусов. Спустя минут 5 макароны поднимутся, у них появится как бы пояс, его называют юбочкой макарон. Готовым макаронам дайте остыть, а пока можете приготовить крем для смазки двух половинок, это может быть готовый крем, ганаш из белого или черного шоколада, даже простой варенье или джем. Вот такими получились красненькие макароны, приятного чаепития. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Вот из чего готовим блюдо. Миндальная мука, 150 грамм. Сахарная пудра, 150 грамм. Сахар, 150 грамм. Вода, 50 грамм. Белок, 100 грамм. Краситель, по вкусу. Количество порций, 5-6. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. До встречи на канале!